Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный меренговый рулет с малиной. Первым делом возьмем 100 грамм белка комнатной температуры. Его нужно поставить взбиваться, начиная с маленькой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. На небольшой скорости миксера белок начнет насыщаться воздухом, и в нем образуются пузырьки. Белок станет похож вот на такую пену. И как раз в это время мы добавим туда щепотку соли, а далее начнем вводить туда сахар. Сахара нам нужно взять 150 грамм и постепенно тоненькой струйкой начнем отправлять его к белку. Постепенное добавление сахара к белку – это очень важный момент. Ни в коем случае не отправляйте его туда целиком, потому что в итоге у нас получится неправильная консистенция меренги, да и не меренга это будет вовсе. После полного введения сахара также постепенно увеличиваем скорость миксера, постепенно доводя до максимальной. Следуя всем правилам, у нас с вами получится правильная меренга. Она должна быть гладкой, плотной и вот таким вот колом стоять на венчике. Далее в меренгу добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала и на минимальной скорости миксера все перемешиваем до объединения. И таким образом наша с вами основа готова. Далее берем противень, застилаем его пергаментной бумагой и начинаем отсаживать меренгу. Я для отсадки использую кондитерский мешок. С помощью кондитерского мешка отсадить меренгу гораздо проще. Но если у вас нет кондитерского мешка, то вы можете просто положить меренгу на пергаментную бумагу и ровно ее размазать. Самое главное, следите, чтобы ее толщина была равномерной. Далее пласт нужно будет убрать в духовку, разогретую до 150 градусов, примерно на 35 минут, режим вверх-вниз без конвекции. А пока запекается наша основа, подготовим малиновую начинку. Берем 80 грамм малинового пюре. Я покупаю уже готовое малиновое пюре, но его также можно сделать самостоятельно. Возьмите свежую или замороженную малину и протрите его через сито. Далее в пюре мы добавляем 1 чайную ложку кукурузного крахмала и 2 чайные ложки сахара. Ставим все это дело на медленный огонь и увариваем до загустения. Уваривать малину лучше в сотейнике с толстым дном, чтобы она не пригорала. Отправлять в меренговый рулет малину нужно остывшей, поэтому я остужаю ее с помощью холодной воды. Тем временем основа для рулета у нас испеклась, она должна быть золотистого цвета. Пока он еще горячий, сверху кладем пергаментную бумагу, какую-нибудь дощечку, переворачиваем, убираем противень и отсоединяем пергаментную бумагу, та, которая была у нас снизу. Делать это нужно обязательно, пока основа еще не остыла. Пергамент легко отходит только от теплой основы. Далее подготовим крем. Берем 160 грамм творожного сыра, 160 миллилитров холодных жирных сливок жирностью не менее 33% и 30 грамм сахарной пудры. Все это начинаем взбивать, начиная с маленькой скорости, постепенно доходя до максимальной. Крем довольно быстро взбивается, у меня на это уходит примерно 2 минуты. Далее я отсоединяю от основной массы 70 грамм крема. Эти 70 грамм пойдут у меня на украшение рулета. И поскольку все полуфабрикаты готовы, давайте приступим к сборке рулета. На остывшую основу я начинаю отсаживать крем. Да, имейте в виду, основа должна быть остывшей, иначе крем у нас попросту растает. Затем крем хорошо разглаживаем, тоже делаем это равномерно. И затем сюда же начинаем выкладывать малиновую заготовку. Хочу отметить, что малину использовать совсем не обязательно. Вы можете использовать пюре любой другой ягоды, которую больше всего любите. Малину также хорошо размазываем и затем приступаем к скручиванию рулета. Делается это с помощью пергаментной бумаги. Мы просто начинаем край рулета закручивать все дальше, дальше и дальше. И таким образом у нас с вами получается вот такая вот колбаска. Хорошенько так прижмем рулетик, ну и, собственно, все, сам рулет у нас готов. Далее приступаем к декорированию рулета. Я отсаживаю небольшие вот такие вот цветочки с помощью насадки. В конечном счете крема сверху у нас с вами получится не очень много. Лично я не очень люблю, когда сверху рулета очень много крема. Но если вам охота прям сделать много, то можно взять, например, 200 грамм творожного сыра, 200 грамм сливок, чуть-чуть побольше сахарной пудры, примерно 50 грамм, и тогда вы уже можете сделать более объемный декор. Вот такой вот вкусный красавчик у нас с вами получился. Я еще подрезала на нем края, но вы можете этого не делать. Это уже личное дело каждого, но мне с обрезанными краями нравится больше. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!